Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Котова. Мій співрозумник сьогодні – політехнолог Борис Тізенгаузен. Борисе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Борисе, вам яка новина від самого ранку більше сподобалась? Про те, що безпілотники атакували порт новоросійський, чи про атаку Туапсінського НПЗ? Вообще, щось по Севастополю прилетіло. А, ну щось Севастополь, так. Да, мне, конечно же, про порт. То есть, наконец-то мы дождались момента, когда в ответ на 20 шахедов, которые сегодня были по Украине ночью запущены, в ответ полетело больше 100 украинских беспилотников. Ну, это по версии российской стороны. Я думаю, что ну, где-то примерно так оно и было. По значимости, конечно же, это порт Новороссийск. По значимости целей. Значит, Туапсинский НПЗ там... Интересный нюанс, его же в январе вывели из строя и ремонтировали, и отремонтировали к началу апреля, ну, вот не так давно. Значит, только он заработал, причем это не только нефтеперерабатывающий завод, это еще и он, это единый комплекс вместе с терминалом в порт сразу. И только он начал работать, два беспилотника прилетело, и снова там все горит, красиво бегают, суетятся, в общем, как мы любим. Тут ведь еще важно, что этот Туапсинский НПЗ, он единственный на побережье нефтеперерабатывающий завод. И, ну вот, судя по... Там еще одно совпадение интересное. В прошлый раз два беспилотника его вывели из строя. И в этот раз два, как будто поиздевались с ним, над ними снова. Ну а по значимости, конечно, порт Новороссийск. Это гигантский порт, это самый большой порт в России. Туда стекаются по нефтеперевалке, самый большой. Туда вот этот трубопроводный консорциум Каспийский качает нефть из Казахстана и Азербайджана. И там идет перевалка на танкеры. И помимо российской нефти. Ну, в общем, там терминалов только 16 штук. Газовый, нефтяной, там мазутные резервуары, там лес, там, ну, короче, чего там, контейнерная перевалка. А это тоже очень важно. 150 миллионов тонн в год, миллионов тонн они через этот порт переваливают. То есть это я к чему такое все подвожу с цифрами, там, с пояснениями? К тому, что это подрыв, удар по этому порту, подрыв экспортного потенциала. Теперь все страны, которые отправляют туда свои суда, затариваются, возят туда что-то, они теперь для них условно небезопасный самый крупный порт. Они будут искать другие логистические маршруты, возможно, где-то дороже. Как это произошло с йеменскими хуситами? Помните, они начали атаковать суда, все начали в обход, все, побежали. Та же самая история будет здесь. До этого ни разу не прилетало в этот порт. Был один случай, когда наш катер беспилотный, БДК там где-то, ну это на въезде в бухту, на входе точнее, на въезде говорю, на входе в бухту, там где военные корабли, они не стоят в том же месте, где вот эти все терминалы, там другой порт военный. Поэтому переоценить этот удар по такому важному объекту сложно. Ну, а то, что горело, пылало, даже не важно, что там мазутный терминал или какой-то еще. Вот сам факт этого удара, еще один удар, и треть оттуда ветром сдует просто иностранных всяких партнеров российских. Борися, а в принципі, в цілому, якщо говорити про ці атаки, зокрема по НПЗ, те, що вони продовжуються, і ми продовжуємо їх наносити, це свідчення про що? Про те, що ми, знову ж таки, нікого не слухаємо, ми пам'ятаємо так, ось ці побоювання, заклики, прохання, так, не бити по російським НПЗ від США, зокрема. Ну, очевидно, що не слухаємо і слухати не збираємося, тому що, судя по кількості дронів, які летіли, мы только наращиваем вот эту нашу мощь. И ну, это связано и с тем, что и дронов стали больше производить, и вариативность их стала ну, побольше. То есть мы же видим, что недавно еще один рекорд был побит. На 1500 в Татарстан улетел наш дрон туда. Ну,
Просто это вот для россиян, которые, ну, думали, что так это же прекрасные правила, им нельзя западным оружием бить по нашей территории, это вообще отлично. Им бить нечем, то есть у нас поначалу мы там пару раз из остатков собрали, какие-то беспилотники пустили их на Энгельс тогда, помните? Все, больше у нас потом линейки свои наладили, производство, наши беспилотники летят все дальше, взрываются все громче. Поэтому сейчас для России наступает непростое время. Я думаю, они будут пытаться давить на тех, кто снова нам может сказать, ну, давайте вы не будете бить по НПЗ, цены мировые, до свидания со своими мировыми ценами. То есть, поэтому, ну вот, настала новая эпоха. Я еще раз говорю, это вот знаменательный день. Усть-Луга, это было только начало, тоже крупный порт, но туда далековато, а сюда поближе и почаще можно. Борисе, якщо говорити про застосування, зокрема, там, західної зброї, зокрема, американської, коли приїздив Брінкен, в нього питали, так, він дипломатично, скажімо так, ну, прямо не відповів на це запитання, ви як зрозуміли його слова? Ну, тобто, ну, це таке, якби, негласне, так, погодження, чи як розуміти його? У нас і запрета письменного нет. Ну, то есть, ніхто нам письменно не запретил, нельзя бить, но... Мы же понимаем, что когда этот запрет устный исчезнет, я думаю, мы с вами буквально через час узнаем, когда прилетит атака МС или Storm Shadow или Scalp куда-то вот в серьезный объект на территории Российской Федерации. Хотя тут, знаете, что интересно? Судя по всему, запрет действует только на баллистические крылатые ракеты. Там еще будет интересно, я поясню почему, потому что россияне же постоянно отчитываются, что снаряды от РСЗО «Вампир», управляемые какие-то бомбы американские, еще какие-то они сбивают. То есть над Белгородом. РСЗО «Вампир» — это не украинское, это чешское. Американские управляемые бомбы, немецкие, ну то есть это же тоже западное оружие считается. И летит, и сбивают над Белгородом. Как это расценить? Таким, значит, можно оружием, а вот ракетами нельзя. У России в ядерной доктрине отдельно есть пункт, когда Россия может применить ядерное оружие. И пункт этот звучит следующим образом. Применение по России баллистических ракет. Есть еще пункт применения оружия, который там угрожает существованию государства и так далее. Ну, то есть, вот тут, может, оно тут кроется... Но есть запрет, понятно, серьезным оружием нельзя бить. Поэтому ожидаем украинские «Нептуны» на 1000 километров модифицированные. Там как раз официальные лица уже озвучили, что возможно в этом году. Ну вот, ждем, посмотрим. Так, будемо чекати і сподіватися на позитивні новини. Борисе, якщо говорити, зокрема, ну, ви торкнулися частково питання, що летіли, так, більше 100 безпілотників. Це так повідомило вороже Міністерство оборони. Там ви сказали, що понад 40 Краснодарський край, здається, понад 50 вони збили над Кримом. Ну, велика кількість безпілотників. В принципі, Крим вже третій день поспіль атакують. І при цьому президент говорить, от, зокрема, мов на Харківщині, так, спілкувався з журналістами, він сказав, що... Перше, так, у цій війні бригади не жаліються на те, що в нас є брак артилерійських снарядів. Тобто в цілому все це про що свідчить? Ну, якщо поподробніше по Криму, то да, дійсно, там відбувається дуже цікавий процес очищення Криму від систем противовоздушної оборони. Цей процес длительно вже йде, там, починає от уничтоження цих триумфів, С-400 на Тарханкуте, в Молочном, там, ну, во многих местах. Недавно была атакована интересная база на Ай-Петре дальнего радиолокационного обнаружения. Вот здесь, под Джанкоем, снесли систему ПВО, пусковые установки. На Бильбеке, вот тот аэродром, где последние два дня идут атаки, там, судя по всему, такая комплексная атака была, и Storm Shadow, и Атакамс летели. Накрыли
уже снимки появились, накрыли как раз место стоянки истребителей российских. А учитывая то, что это в этом модификация атак МС, это с кассетной боевой частью, то есть вот она разрывается на определенной высоте, и 950 суббоеприпасов таких круглых, в которых, на которые начинены взрывчаткой, и еще там меньшие элементы поражения. То есть оно накрывает большое пространство, и все оно вот так вот пробивает мелкими осколками. То есть конкретно попали в два истребителя в склад, это тоже важно, нечем стрелять теперь самолетом, а накрыли территорию, где там их с десяток стояло. Поэтому, учитывая ту модификацию ракеты, которую нам передали, есть ощущение, что больше машин поразили. И вот там тоже сносили системы ПВО. То есть, по большому счету, сейчас Крым без систем ПВО, ну, можно снимать все аэродромы и отправлять их на материковую часть. Без систем ПВО они абсолютно, ну, нефункциональны. Просто нельзя размещать самолеты, не прикрыв их системами ПВО. Но вот что происходит с Крымом. И удачно, и успешно. И мне понравилось, кстати, что вот эти ракеты, которые мы Байдена там, ах ты, давай пакет помощи, зажал PDA нам и так далее. А он, оказывается, в феврале вот это вот тайно нам передал 200 штук, и россиянам такие сюрпризы сейчас полетели. Я думаю, что в пакете миллиард, как раз он, который по PDA подписал, там их еще больше. И, возможно, там же есть не только кассетная, но и та самая модификация, которая может мост немножечко заставить подустать. Поэтому посмотрим. Ну, по крайней мере, по снарядам более-менее, у россиян, конечно, все равно преимущество в этом плане, но нам начали поступать, пусть и с запозданием. К сожалению, воспользовавшись этой паузой, россияне начали свое наступление и уничтожили, точнее, существенно повредили нашу энергетическую инфраструктуру. Бориса, в принципі, в цілому події, які відбуваються на Харківщині, ось ця активізація ворога. В НАТО, зокрема, говорять про те, що вони не вірять в стратегічний прорив на Харківщині. Мається на увазі Путін, для чого все це, ну, якби, замислив? Так, тобто, яка його мета? Ну, знову ж таки, він хоче торгу тоді, знову ж таки, йдіть на перемовини, так, тому що він одразу ж почав про це говорити, так, і якби буде, ну, міняти, скажімо так, пропонувати торг, так, Донбас на Харківщину чи ні? Як ви вважаєте? Ну, усиление, это называется усиление переговорной позиции. Он давит по, ну, протяженной линии фронта, имея преимущество там в живой силе, имея преимущество в тех же артиллерийских снарядах. То есть давит по протяженной линии фронта, естественно, где-то там продавливает, меняют тактику они постоянно. И, ну, вообще тут два момента. Психологический эффект. Условно говоря, третий год войны, а россияне снова идут на Харьков. Ничего не поменялось. А мы не можем их заставить отступать, или уж тем более при такой номенклатуре и количестве военной помощи мы не можем дойти до границ 91 года. Никак. Просто. И вот тут психологический эффект. Поперли по всей линии фронта, сейчас еще там где-то на Сумы пойдут, как говорит Кирилл Буданов. Поэтому вот россияне снова собрались, на самом деле они не сломались, их экономика выдержала, они оружие производят и теперь прут и берут там по несколько населенных пунктов. То есть вот как это психологически. Это ломает волю не украинцев, а это в большей степени для Запада аргумент. Смотрите, вы тут так помогаете, что я уже двигаюсь снова. И мне ваши санкции до одного места. То есть вот как это звучит. А с другой стороны, Путин все-таки хочет, он же на встрече с Си Цзиньпином уже сказал, что китайская формула мира должна быть взята за основу. До этого Захарова, Лавров, все остальные, да, мы готовы, мы никогда не отказывались от переговоров, но они должны быть с учетом реалий на земле. Помните, как они говорили? Реалии на земле и китайская мирная формула. Это простым языком, вот замораживаем там, где линия боевого соприкосновения, все остальное, где остановились, вот значит, вот там, где Путин оккупировал, вот это
Путин забирает. Вот про что это. А Китай вызначился уже, ну, то, на чьей він стороні? Ну, конечно. Китай на стороне противоположной от США. Вот это ключевое. Второй момент. Довольно занятно слышать, что там Китаю, ну, от некоторых экспертов, что Китаю могут что-то там предложить, он может кинуть Россию или как-то еще. Нет. Взаимодействие и помощь клуба автократов и диктаторов между собой – это вопрос их персонального выживания. По одному они были бы уже давно все уничтожены просто-напросто. И давайте представим, что Путин вот один, даже с ядерными, с тысячами там ядерных боеголовок, он один сам против Украины, против него Запад и Китай, представьте, даже не присоединяется к санкциям, просто перестает спасать Путина, покупая его энергоносители и поставляя ему товары двойного назначения. Гораздо быстрее бы российская экономика улетела, а Китай не помогает, и Индия бы не помогала. Поэтому по одному их уничтожат. Они это все хорошо понимают. Китай, если был один, тоже сам на сам с Соединенными Штатами, тоже была бы дольше, но схожая ситуация. Северная Корея, если бы не поддерживалась с Китаем и Россией, тоже, возможно, ну, иначе было бы уже все давно. Поэтому вопрос их выживания. Вот они так и живут. Никогда Китай не бросит ни Россию, ни других автократов или диктаторов, потому что это реально вопрос их коллективного выживания. Борисе, а тоді, виходячи з цього, ну, тобто, важливість присутності Китаю у саміті миру, ну, тобто, тоді, як ви це бачите? Чи, якщо він вже прийняв свою позицію, так, тоді, яка його роль, знову ж таки, може бути? Ну? Роль дуже проста. Альтернатива мирному плану України. Тобто, от є наш план 10 пунктів, Китай говорить, ні, є наш план 12 пунктів, і Росія з ним согласна. Правда, в ці 12 пунктів Китай для себе вписав прям персонально для себя несколько пунктов. Например, осуждение односторонних санкций, например, недопустимость разрушения логистических цепочек, которые создавались, ну это они про свой там один пояс, один путь, про свои инфраструктурные проекты, которыми они планировали развивающиеся страны как паучок так в паутинку закрутить и дальше влиять. Но вот альтернатива. Пошлют, наверное, своего представителя, расскажут, что нет, давайте вот начнем с нашего варианта. Обсудят на этом саммите три вопроса, скорее всего, которые совпадают и в нашем списке, и в китайском. Ядерная безопасность, продуктовая безопасность. И у Китая это звучит соблюдение прав военнопленных, соблюдение конвенции. А у нас это звучит обмен всех на всех. Ну, то есть вот эти три пункта, с которых просто начнут обсуждать в идеале для организаторов саммита, чтобы была придумана конструкция, как вообще Украина разговаривает вот с Россией. Напрямую мы не можем. Как? Какие посредники? Кто? Ну вот, я думаю, что это там программа максимум. Многие говорят, как можно с этим диктатором разговаривать, руки по локоть в крови там, и так далее. С ним бы никто не разговаривал, если бы Украина получала достаточное количество оружия. Правда, никто. Все понимают, что с ним разговаривать идеально. Вот так, как сегодня ночью. Дроны прилетели, вломили НПЗ, порт, еще там что-то. Еще лучше энергетические объекты или ракеты еще лучше бы прилетели. Но нет у нас этого. Борисе, в принципі, президент Володимир Зеленський сказав про перемовини з Російською Федерацією, про те, що він говорить, що нас партнери не штовхають, але в атмосфері світу, ну, якби, це є. Ну, тобто, чи ви бачите, знову ж таки, ознаки, про що саме йде мова, ну, мається на увазі більш конкретно, так? І президент говорить про те, що перед тим, як говорити з Російською Федерацією, треба, щоб був детальний план, так, який погоджений з усім світом, він каже, і він говорить, і тоді, от знову ж таки, про ці майданчики, про які ви також сказали, тоді можна якось змусити Російську Федерацію вивести війська. Ну, тобто, ви реально бачите, що можна змусити Путіна, щоб він вивів війська з території України? Звісно, ні. Ніякі війська він виводити не буде. У нього взагалі
план минимум отобрать те земли, которые сейчас оккупированы. Ну, где-то, может быть, поступиться, но ну, выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Если не выйдет, то может там как пытаться, попытаться договориться. Но, в общем, нет у него в планах выводить войска. Вот это что? Это вообще геополитическое поражение. С какой стати он будет выводить войска? Ему що так планах не мається на увазі, що якщо збереться ось ця велика кількість країн, так як говорить президент на цьому саміті миру, і буде розроблений ось цей спільний план, і тоді, от завдяки великій кількості країн, тоді можна якось стиснути, чи знову ж таки все ми впираємось в зброю? От як ви кажете, так? Якщо буде десь такий удар, як ми бачили цієї ночі, от тоді і немає взагалі в принципі про що говорити, як тиснути. Но да нет, ну соберутся страны. То есть там есть пункты, про которые даже те, кто нас поддерживает и понимают правильность этих пунктов, они не готовы их обсуждать. Например, наказание, да, трибунал. Ну, по идее, вот если выводить войска, то человека, который убил тысячи людей, уничтожил, украл детей, за что получил ордер Международного уголовного суда, его судить нужно. Какая-то из стран европейских. То есть все знают, все понимают, что после войны они снова будут торговать с Россией. У России ядерный арсенал никуда не денется. Им потом еще один на один, особенно с соседям, оставаться с Россией. Если бы было принято решение дожать Россию до фрагментации, вот это было бы правильно. То есть уменьшенная Россия, расфрагментированная, даже пусть с ядерным арсеналом, но с небольшим, то есть с гораздо меньшим мобилизационным потенциалом, это уже не такая угроза. То есть она уже не способна даже на такую войну, как она сейчас ведет в Украине. Поэтому, ну а все как-то отворачивают взгляд. Борис, якщо дозволити, ще одне запитання, так, по одній темі. Видання New York Times пише про те, що у НАТО таки розглядають можливість відправлення військ в Україну. Ну, саме мова йде про інструкторів, начебто Україна зробила запит і просить навчити 150 тисяч новобранців, тому що, ну, якби це поблизу, так, ну, в Україні це легше робити, ніж відправляти, знову ж таки, наших військових до інших країн. Як ви вважаєте, чи ми прийдемо до цього чи ні? Ну, я думаю, не отрицают же, что уже какие-то находятся, ну, инструктаж проводят в Украине специалисты, как минимум там по разминированию, по таким моментам, по медицине, по кибербезопасности. Поэтому тут вопрос, что обучение же тоже не бесплатное, нам нужны деньги на это. Дорого стоит обучение одного солдата, особенно за границей. Ну, в Украине, наверное, вот как раз именно из-за логистики это дешевле будет стоить. Ну, я думаю, что раз мы сделали запрос, почему, правда, сейчас только, ну, то ладно. Просто я знаю, почему сейчас, потому что только недавно Макрон, в принципе, заговорил о возможной отправке контингента. Но он не про НАТО говорил, про контингент французский. Поэтому вот здесь что хорошо вообще? Постоянная подвижка, смещение вот этих красных линий нельзя отправлять, а инструкторов можно. А потом, ну ладно, не инструктор, ну то есть понимаете, да, постоянное вот это вот такое подталкивание этих линий, хотя я уверен, что большинство этих линий не существует. Они существуют в головах у испуганных европейских чиновников. Ну потому что сколько мы их уже слышали? Байрактары, Хаймарсы, не дай бог, ракеты, Storm Shadow, танки, самая красная F-16, да вообще не вздумайте. Что произошло после этого? Как-то Россия что-то новое применила или нет? Нет. Добре, Борисе, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. І дякую, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Це надзвичайно важливо та цінно. Дякуємо вам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, будь ласка, підпишіться на авторський ютуб-канал Бориса Тізенгаузена. Там також цікава аналітика. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних эфирах.